Здравствуйте! В гостях у мастера передача вновь принимает вас. У меня в гостях сегодня не маршал Советского Союза, начальник генерального штаба, а просто марафонец, кандидат физико-математических наук Альберт Шапошников. Здравствуй, Альберт! Ты не родственник маршала Шапошникова? Нет, только однофамилец. Все равно приятно. Прекрасная, звучная фамилия. Мне тоже нравится. Скажи, пожалуйста, ведь сейчас, вот, когда оставил снег, светит солнце, расцветает листва, у вас начинается сенокосная пора, то есть наступает период марафонских соревнований. Дальних забегов. Дальних забегов, да. Очень сложных и очень тяжелых. Да, мы уже пробежали марафон, открыли наш сезон марафоном, посвященным Дню космонавтики. Это наш, ну, не такой, скажем так, молодой марафон в Томске, но уже очень популярный в Сибири космический марафон. Пробежали на День Победы Томск, Спасская, Томск, для возложения венков. Это один из старейших в томских пробегов, поэтому мы его стараемся поддерживать во все годы, то есть добежать, отдать дань памяти нашим землякам. С простой целью — просто положить цветы к вечному огню, положить цветы на Южном кладбище к мемориалу воинов, умерших в наших госпиталях, и положить цветы в селе Спасское, там тоже открыли мемориал, то есть спасовцам тоже, в общем-то, по мячам. Альберт, скажи, пожалуйста, а вот зачем нужно так очень долго бежать, чтобы принести цветы? Можно просто подойти ведь и отдать? Или вы считаете, когда бежите марафонскую дистанцию, вы преодолеваете какие-то сложности, трудности, и вот с таким героическим бегом вы не просто подойти? Это вот есть такая мысль, что можно просто прийти и, так сказать, приехать на машине, положить, но вот почему-то зацепило именно то, что сначала эти цветы надо 35 километров нести, вот, и только потом уже положить. Тогда это уже не просто так цветы, тогда уже у этих цветов это есть какая-то история. А точная дистанция какая у марафонского бега? Не 35 километров? Это не марафон, это просто дальний пробег 35 километров. А марафонская дистанция? 42 километра, 195 метров, это у нас отмерено. Ну, вы когда-то бегаете эту классическую дистанцию? Конечно. Вот космический — это же был марафон. Там был марафон, полумарафон для тех, кто не может осилить марафон. Но марафон есть всегда, как нам говорят, мы сюда за марафоном приехали. А вот я, Альберт, слышал такую вещь, что в Томске вообще практикуется такая вещь под названием супермарафон. Это что такое? Ну, не супер, сверхмарафон. Сверх. Ну, супер — это и есть сверх. Да. 12-часовой томский забег, он состоится в этом году тоже, уже в 11-й раз, на стадионе «Буревестник», то есть за 12 часов кто сколько набежит. Ну и сколько пробегает? Я набежал 100, вот, рекорд 139 километров. Километров, и это же ужасно. Это много. Ты устаешь после этого, нет? А или вот, чем ты еще можешь заниматься? Что самое интересное, вот после этого восстановление происходит очень быстро. Вот как бы, ну, я знаю, что особенно если ты все-таки эту сотню набежишь, да, то потом прям вот легко на следующий день, хорошо. Вот. Мой приятель Вася Леонтьев говорит, пошел копать, окучивать картошку вообще на едином дыхании. Ясно. Но как это преодолеть? Ведь это же вырабатывается годами, выносливость. Альберт, я вот по себе знаю, да? Но у меня-то, конечно, такие легкие разминки, по утрам по 50 минут бегать, да? Но ведь я знаю, что вот марафон, это который вид спорта, где не молодые выступают, а уже перешагнувшие за какой-то предел, потому что там вырабатывается годами выносливость. Вот та вещь, которая с молоду, она очень сложна для молодого атлета сделать. Все, кто занимается марафоном, люди уже перешагнувшие. 50 минут, хорошо.
Да, ну 50 минут, перешагнувший предел какой-то возрастной. Есть молодые марафонцы. Ну да, но и больше это все-таки... 20 лет, 25 лет, ну, в общем-то, хорошие показывают результаты. Вот, ну, собственно говоря, ну, бежишь и бежишь себе. Ну, вот тебе сколько лет? 51. Ну вот, а когда ты понял, что ты легко стал бегать? Не в 20 же лет? Тяжело бегал. Да, а сейчас ты бегаешь легче? Потому что ты выработал выносливость. Может быть, наверное. Организм привык. Сейчас побежит этот Альберт, опять 20-30 час, второй, третий, пятый, 12 часов. Это с ума сойти. Не, ну, оно 12 часов и так пройдут. Вот. Просто в одном случае мы, так сказать, что-то уже по истечении этих 12 часов уже что-то есть внутри, удовольствие какое-то. Но в Томске, нет. В Томске это массовый вид спорта? В каком смысле массовые? Ну как, сколько у вас бежит, когда вы начинаете старты и бежите, сколько человек? 5, 6, 7, 8? Самое большое, это сотню преодолевали 7 человек. Ну это самое сотню преодолевали, а начинали бег? А, стартовали, ну там, по 20, по 30, по 40 стартовали. Ну они не ставили целью пробежать сотню. Ну просто они ставили целью поддержать, ставили целью марафон, ну по 40 марафонцев. То есть в Томске марафоны небольшие, это не 100 тысяч, как Нью-Йоркский марафон. Но там же собираются со всего мира, господи, понятно. У нас со всего мира не собираются, конечно, но у нас собираются ребята со всей Сибири и возрастные из Красноярска, самые далекие из Москвы приезжают. Вот, приезжали из Якутска, приезжали с Казахстана люди. В Томске он как бы вот в сибирском регионе один из самых постоянных и популярных. Потому что, например, в Новосибирске вообще нет марафона. Ну, Новосибирск, что будем равнять Новосибирск с Томском? Томск – столица, а Новосибирск – это бывшая окраина Томской губернии. Хорошо, скажи, пожалуйста, а вот этот самый юный возраст и самый пожилой возраст, который… Вот, вот в прошлом году у нас был действительно рекордсмен по малолетству. Приехал мальчик из Красноярска специально пробежать у нас 12-часовой забег. Ему было 14, по-моему, лет. Вот. Невероятно. Да. Ну, как бы мы это не особенно поощряем, потому что... Но он прошел? Он пробежал 69, по-моему, километров. Здорово, молодец. А самый возрастной? Самый старший наш марафонец Анатолий Прокопьевич Хасанов, опять-таки из Красноярска, 79 лет. В прошлом году он здесь же пробежал, по-моему, 72 километра. Здорово, молодец. По-моему, в позапрошлом году он пробежал 100 километров. Молодец, какой молодец. Альберт, вот ты кандидат в физико-математических наук. Я тебе задаю такой вопрос. Социальный срез. Кто больше занимается марафоном, люди интеллектуального труда или... Не, ну, дураков среди наших бегунов нету, это потому что надо иметь совершенно особенные мозги, чтобы вот не за деньги, а за просто так подвергнуть себя такому, собственно, напряжению большому. Вот. Но водители есть, и рабочие есть, и ученые есть, и интеллектуального труда есть. Вася Леонтьев, он, кстати, слесарь вот, по металлу, вот, постоянно мы с ним бегаем. Но вообще, конечно, в основном это люди, которые когда-то в свое время дружили со спортом достаточно хорошо. Как, например, Леонид Владимирович Скотин, чемпион мира по легкой атлетике среди ветеранов. То есть он тоже у нас постоянно выступал на марафонах. Тоже, кстати, года 2-3 назад 100 километров пробежал. Я знаю очень много людей, которые занимаются очень простыми профессиями и бегают вместе с нами, приходят, вот, чтобы пробежать. Ну, какой бы чемпион мира не был, как Скотин, да, среди ветеранов, но ведь все равно, когда бежишь такую громадную дистанцию, да, в Томской области или где-то еще, ведь надо создать какую-то инфраструктуру, такое умное слово скажу, питание, там что-то еще, туалет, ну, за 12 часов надо сходить в туалет, да, надо покушать, надо что-то выпить, надо какие-то обыкновенные человеческие вещи делать. Как это вообще все организовывается? Вот я, когда первый раз организовывал, было очень страшно. Вот думаю, что-то забуду, что-нибудь не сделаю, там, вымпела напечатать, номера, значит, раздать, грамоты, чтобы все были готовы. Вот. А вдруг придет больше людей, чем я заготовлю вымпелов.
Вот, конечно, там делаем сейчас, уже научились и питание делаем, столики ставим. Знаем уже прекрасно, что на первых 20 километрах не надо людям питание давать, они совершенно спокойно пробегут и без питания. Вот, конечно, воду, вот, кстати, спасибо нашему томскому пиву за бочку воды, которую они предоставляют на наш сверхмарафон. Это уже какая-то такая визитная карточка нашего марафона. Это вот эта здоровая бочка, там марафонцы бегают, освежаются постоянно, воду пьют. Вот. Люди другие приходят, когда жара, мы бежим, тоже эту воду пьют. То есть, да, приходится организовывать. И вот здесь надо сказать, что ну, в Томске позволяют это делать. Ну, а надо же еще и ведь, чтобы медицинская помощь была там, дежурила. Да, всякое случается. У нас, это все есть, да? Конечно. У нас есть доктор, который тоже бегает. Вот. Но сейчас он уже не бегает, но он всегда приходит и всегда готов оказать помощь. Кстати, это доктор-психиатр, так что он не случайно. Фамилия его как? Андрей Шредер. Вот, Андрей Шредер. Эту фамилию знаем. Хорошо, а вот скажи, пожалуйста, для чего все-таки вы эти дистанции покоряете? Цель, смысл в чем? Вот если, значит, кто-то занимается путешествиями, он какую-то философию ищет, да? Если кто-то бегает по утрам, он чуть-чуть здоровье заботится. А вот у вас, вот, ну, это философское вот, или общественное мнение. Для чего? Для чего? Я с вами не соглашусь. Я так думаю, что они все, и мы тоже, это делаем исключительно ради собственного удовольствия. А, так удовольствие, смотри, удовольствие – это и есть одна из главных констант философии. Жизнь, удовольствие, добро, зло. Значит, все-таки вы занимаетесь философией, если удовольствие, да? Эпикур говорил, наслаждайтесь жизнью, пейте и ешьте, да? Да, чисто да. Наслаждайтесь. А кто-то говорит, что сила, значит, радость через силу, сила через радость, да? Это же разные совершенно философские постулаты. Бежать 12 часов – это очень тяжело. Ты же себя сколько раз проклинаешь за то время, которое ты бежишь? Думаешь, ну зачем, ну какого хрена, ну Альберт, ты что, с ума сошел, ну пора остановиться, а? Задаешь себе эти вопросы? Конечно. Ну вот, мы как раз вышли на самую главную точку. Что ты посоветуешь нашим людям и зрителям, которые посмотрят и вдруг захотят, понимаешь, сойти с ума и заниматься вот тем, чем занимаешься ты и твои друзья, потому что в этом очень громадная, большая философская мысль – превзойти себя, превозмочь себя. На меня в этом плане не надо равняться, потому что все-таки ну, я давно бегаю, я знаю, что там происходит. Вот. На меня такого, как я сейчас. Вот. И если кому-то хочется начать бегать, да, то надо равняться на меня того, который я был 10 лет назад. Когда начинал? Да, когда я начинал. Вот. А вот когда я начинал, вот самое главное, что мне удалось, наверное, это вот регулярность. То есть когда я уже бегал третий год к ряду, вот, через два дня на третий, да, я начал получать от этого удовольствие. И я вот очень хорошо помню, когда я с вожделением, с удовольствием думал о том, что я побегу, я когда возвращался, вот, я уже думал о том, как я побегу через 2-3 дня, сколько я там пробегу, по каким местам я пробегу. Вот, я уже это предвкушал и уже получал удовольствие. Вот если удастся все-таки не бросить, а 3 года регулярно, пусть не часто, но регулярно бегать, то тогда все получится. Сколько ты бегаешь? Вот утром, сейчас? Да, по времени. Ну да, где-то около часа. То есть я вот летом я нормально, стандартно бегаю. То есть от Макрушина я пробегаю, где я живу, по лагерному саду. Бегу до Сенной Курии, переплываю Сенную Курию туда-обратно и бегу обратно. Понятно. Ну, твои ближайшие планы? Какие забеги? Марафонские, не марафонские? В Томске вот сейчас должны быть, и в которых ты будешь принимать участие, в Томске, и руководить. Да, в
Томске в год регулярно проходят три больших забега, три марафона и один сверхмарафон. Один марафон мы уже провели. Значит, 4 июня у нас состоится детский забег, так называемый детский, потому что он приурочен Дню защиты детей и посвящен нашим детям. У нас стандартно там проводится три забега, то есть полный марафон, это наши обязательные мероприятия, полумарафон, и для детей мы его называем децимарафон, значит, 1/10 марафона. Но в этом году он получается даже не децимарафон, а дуодецимарафон, то есть 3 километра. Это на нижней террасе лагерного сада. От края до края там получается 1.5 километра, а полный круг 3 километра. И вот дети, они... Вот меня всегда радовало посмотреть, потому что дети на полном серьезе вот эту вот трешечку, хотя им это трудно. Трудно, родители, конечно, да. Родители, мамы всегда говорят, а может быть, вот, ну, тут я всегда стою непреклонно, говорю, вы даже сами не знаете, потому что детям этого хочется. Mm-hmm. Вот. И дети действительно пробегают вот эти 3 километра. Вот. И, кстати, я хотел попросить, вот, если у вас найдется время, потому что я всегда приглашаю на награждение кого-нибудь из знаменитых людей нашего города, наградить детей, то есть именно повесить им медаль на грудь. Это будет какого числа? 4 июня. Я, к сожалению, не смогу. Я буду в это время в Лондоне, у меня будет проходить выставка, я должен ее открывать. Но в следующий раз я обязательно буду и постараюсь произвести этот торжественный акт очень добросовестно. А я обязательно вас приглашу. Я обязательно воспользуюсь этим вашим обещанием. Спасибо. И вот на этой, я бы сказал, оптимистической и потрясающей ноте мы прощаемся с вами. А тебе, Альберт, я желаю дальнейших успехов и, главное, не останавливаться в твоем великом деле продвижения вот марафонских дистанций в нашу жизнь. Чем мы больше бегаем в марафонских дистанциях, тем мы больше будем жить, тем будут счастливее наши дети, внуки и правнуки. Спасибо тебе. Спасибо. Ну что, Альберт, на марафон я пока не отважусь, но на короткую пробежечку, это минут на 50, я согласен. Ну ничего, нас сегодня мало, но зато мы в тельняшках. Хорошо, прошу. Как настроение? Отлично, олимпийское.